Всем доброго времени суток. Ваше внимание предоставляю Ладу X-Ray 2017 года выпуска. Объем двигателя 1,8 литра на механической коробке передач. Кузов в родном окрасе. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений у нас просто в идеальном состоянии. Дверные карты, панели, передние сиденья также в идеальном состоянии. В комплектацию автомобиля входит 4 электростеклоподъемника, обогрев передних сидений, электрорегулировка зеркал, мультируль для управления мультимедией, штатная мультимедиа с блютузом, центральный замок, хороший отопитель салона с кондиционером, также обогрев заднего стекла, 2 подстаканника. На данный момент автомобиль запущен, никаких ошибок не имеет. Пробег составляет 82 тысячи. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные и описание по нему вы можете найти в объявлении. А также приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столицы. Всех ждем!